прям. Маловато, конечно. Да ёлки-палки. Жестко. Это очень жестко. Так, тут. Ничего, прорвались все равно. Ой, еще аптечка. Так, тут еще можно перезарядить. Так, по центру что, нельзя что ли пройти? Можно. И на лифте. Все верно. Сейчас мы еще X сварим. О. Так, кинезис, стазис. Стазис можно будет подварить, если... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать узлов. Но многовато все равно требуется. Блин, можно было аптечки не использовать, так как при
варки схемы икса, он добавляет здоровье сам. Черт. Ну ладно. Сливанемся. Стремные эти сортиры, блин. Так, тут ничего, а тут бы сюрпризов нет. Так, вот у нас на полтинник. Я восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт, мне придется лететь туда на всех парах. Хорошо. Пожелай мне удачи. Удачи. Так, магаз. Патронов надо купить. 13400. Так, батарею оставим. На все. О, другое дело. А почему этот лифт темный? Света, что ли, нет? Так, ну мне, конечно, надо денежки на костюм 5 уровня собирать. Так, сумки чьи-то. Не, пока туда не пойдем. Так, карантин здесь будет, да? Значит, засейвимся. Или не будет здесь карантин? Так, что-то место уж слишком знакомое. А, это причальная палуба, все понятно. Это откуда, собственно, игра и началась. Так, походу, там кто-то прилетел. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Немножко так, конечно, было страшновато. Но в целом положительное впечатление. Так, сколько я на них потратил? Да, много я на них слил. Так. Ладно, аптечку хоть дали. Среднюю. Уже неплохо. Отлично. Я собираюсь пристыковать шаттл. О, эпическое зрелище. Очень.
там. Теперь я могу подвести челнок. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Можно попробовать. Ну, еще одна средняя аптечка, вообще шикарно. Так. Так. Это лампа. Зона невесомости. Круто. Так, теперь вниз, да? Так, тут ничего у нас нет, никаких тут... А, вот ништяки, может, тут лежат. Плазменная энергия. Импульсные заряды. Нормально. Так. А где у нас... А где... А, вот эти, кстати, взрывающиеся баллончики. Они не помешают. Потому что тут вот этих хуйни до хера. Что, ты мне ничего не дашь? Ну-ка, иди сюда. Еще один. И ты иди сюда. Так. Гуд. О, еще. Это хорошо. О, 2200 заработать. Тяжелая херня, однако. Так, что, никого тут нет больше? Или есть? Пусть тут будет мне спокойней. Так,